Мои собаки, правильно! Собаки, спасибо. Да, кто сказал, что у нас некрасивые? Что у нас вообще все красивые? Кто? Сиреневую шапочку, чтобы не фонарило. Так. Ну, можно вот эту пестренькую сумочку. Это Танина. Нет, она мне ее... Так, сейчас наш художник нас расставит. Так. Поплотнее! Поплотнее! И покучнее! Маленький вперед! А мы по сравнению! Вы маленькие? Девочек вперед! Девочек вперед! Так, а сзади с белой шапочкой не видно! Так, ой! Называется, найди фотографию! Все. Фотографируй. Конечно. Раз она конечно. Не... Девчонки, миленькие, спасибо. Я же даже не успела сказать. Друзья, дорогие мои друзья, как же я жду эту встречу. Жду вас. Хочу обнять, хочу улыбнуться, хочу услышать ваши теплые слова. И хочу получить вашу помощь. Ребята, дорогие мои, эти встречи, они дарят нам столько тепла, поддержки, сил, потому что в этот момент ощущаешь, что ты не один. Мои дорогие, мои родные, мои самые замечательные, я очень, очень жду вас с 11 до 15. Там же, на Киевском вокзале, возле кафе «Муму», возле коровы. Ребята, если не трудно, то в этот раз я прошу, сделайте упор, пожалуйста, на теплые вещи, на пеленки, на покрывало. Потому что малышей надо укутывать, и нам это очень надо. Если кто-то умеет вязать, буду благодарна за теплые маленькие свитерки для щенят. Иногда голенькие щенки у нас приболеют, и это очень надо. Если кто-нибудь умеет вязать, девочки, буду очень благодарна за вот такие подарки. Вот смотрите, мы берем большие рукава, вот так разрезаем до половины, вот до половины только, а горлышко одеваем. И у нас получаются вот такие вот попоночки теплые. Видите, на спинке? И ребенок у нас ходит все время вот с теплой спинкой, а держится все это вот так на шейке у него. Вот. Видите? И тепло, и удобно. Но это самый экстренный вариант. Самый экстренный. Как раз все, засунули. Молодец. Глотай. Все. Девочки, поехали. Спасибо огромное тем, кто дал нам распашонки. Девчонки, проблема только в одном. Распашонки очень удобные, когда они трикотажные. Когда ХБ, они давят. Но у нас нет выхода, потому что рана под мышкой, и это очень-очень хорошо делать. Вот такие распашоночки помогают нам закрывать раны. Но я вас очень прошу, девчонки, если у кого-то есть старенькие распашонки трикотажные, мягенькие, которые тянутся, это было бы еще лучше. Спасибо всем огромное, просто огромное спасибо. Доброго здоровья всем-всем-всем и нам тоже. Игрушки, как всегда, антибиотики всегда нужны.
особенно азитромицин, юнидокс. Нужен квамател, нужна аминокапроновая кислота. А еще, ребята, очень-очень нужны катетеры. Голубые, синие, розовые. Очень нужны, девочки, не бабочки, не бабочки, именно катетеры. Если у кого-то будет возможность, купите нам, пожалуйста. И еще, очень нужны прививки. Прививки нужны все, и для щенят, и для котят. Набивак рабиес, набивак лепта, набивак DHPPI. Эти прививки нам срочно необходимы для малышей. Если сможете достать, будем искренне благодарны. А еще нужен трикат. Подойдут любые игрушки, и большие, и маленькие. Любые, большие мы подвешиваем, на них и щенки катаются, и котята верхом катаются. Ну, на резинке особенно, если подвешиваем, это сказка, что они творят. Любые игрушки подойдут. И очень любят пищащие резиновые игрушки, очень любят. Правда, игрушки живут недолго, но щенки их друг у друга отбирают, грызут, носятся с ними. Да, девчонки, игрушки в любом количестве, любые, нам нужны. Потому что щенки очень сильно с ними играют, тянут друг у друга, отбирают. И, естественно, рвут, конечно, но вы бы видели, сколько счастья, когда они тягают эти игрушки. Девчонки, пеленки на вес – это очень замечательно. Только надо сразу спрашивать, чтобы это были большие пеленки. 90 на 60. Потому что иногда, когда вот эти маленькие 60 там, или 40 на 40, они очень неудобные. Приходится по 200 лить. Скатываются. А вот если большие пеленки, бракованные, вот эти на вес продаются – это бракованные пеленки. Там лишняя линия у них, или немножко ваты не доложили. То есть, но они очень удобны, очень, девочки. Тем более, что цена, я считаю, очень маленькая. И выручают они потрясающе. Нас выручают такие пеленки просто безумно. Раньше Юлечка покупала. Девчонки, если можете достать такие пеленки, буду очень благодарна. Спасибо. Девчонки, миленькие, и особый упор делаем на пеленки, физрастворы, антибиотики. В общем, все по старой схеме. Но особенно, девчонки, пеленки. Очень вас прошу, мои хорошие, помогите. Еще очень нужны будут таблетки Юнидокс и азитромицин. Девочки, капли от блох – это что-то очень невообразимое. На 1000 собак нужны капли от блох. Любые, только не просроченные. Я перекапала их просроченными каплями. Ни хрена не помогло. Я только теряю 2 дня, чтобы обработать всех. Помогите с каплями от блох. Только не просроченными, пожалуйста. Детские вещи хорошо очень, и можно распашонки. Вот распашонки – это если рана находится вот под лапкой, под передней раной. Вот такие детские распашонки на спинке запахнул, одел поверх бинтика и очень хорошо держит. Поэтому если есть старые детские распашонки, было бы здорово. Старые детские колготки, маленькие размеры. В общем, нужны чаще всего трикотажные вещи. Почему? Они тянутся, и животному в них удобно лежать. ХБ нам не подходят, потому что очень жестко, неудобно, и собаки нервничают, и кошки тоже. Нам нужны детские, трикотажные и вязаные вещи. Штанишки любые, кроме джинсов. Штанишки тоже нужны, такие, которые тянутся. Ползунки, лосинки, вот такое детское, такое нам подходит. Можно делать даже вот из шуб, вот эти старых шубы, если у кого-то есть, вот эти мохнатые подстилки тоже можно делать. Очень здорово, правда здорово. Спасибо, моя золотая. Валюша, отправила я груз, 6 коробок, 76 килограмм весом. Сейчас где-то дня через 4 будет в Москве. Сейчас Лили напишу координаты и забирайте, распаковывайтесь, одевайтесь, что хотите, делайте. Если еще надо будет, скажете, буду собирать еще. Ролик посмотрела, классный ролик. Честно говоря, так позавидовала белой завистью, что не могу тоже поприсутствовать на вашей встрече. И в приют не могу приехать. Далековатенько вы от меня находитесь, далековатенько. Друзья, я очень-очень-очень вам буду рада. Прошлая встреча прошла просто невероятно. Тепло, по-доброму, красиво. В такой дружеской обстановке, что я даже не ожидала. Приехало столько людей. Родные мои, я так вам благодарна. От всего сердца, мои хорошие. От всей души.
Я так вас люблю, потому что вы необыкновенные, вы замечательные, и вы очень-очень добрые. Я выслушала столько от вас хороших слов, столько добрых пожеланий, что, знаете, за спиной просто крылья выросли. Родные мои, спасибо. Спасибо за то, что вы приезжаете на эти встречи и дарите нам не только надежду, а дарите нам саму жизнь. Спасибо вам, дорогие мои. И пусть Бог благословит вас и даст вам в сотни раз больше всего того, что вы отдаете от щедрот своего сердца. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо вам.